Ну и в общем, после перепрошивки первое включение. Для начала нужно собрать. Угу. Включать будем через Type-C. И через Powerbank попробуем изначально. Так, что у нас тут? Ну вот, радует, что все по-русски. А, напряжения не хватает. Ладно, попробуем. Возьмем зарядочку от Poco X3. Стандартно. Что-то не пошло. Перестал включаться. Странно. Так. Попробуем опять через Powerbank. Угу. Через Powerbank все работает. Ладно, поищем тогда зарядку. Вернее, не зарядку, а блок питания. От 12 до 21. Первого включения нашел 12 вольт 5 ампер. Попробуем. Триста двадцать. Ну и когда он начнет греться? Вроде бы как пошел. Первое включение. Ну, держит вроде бы нормально. Да. Ну и, собственно, попробуем что-нибудь выпаять. Так, что мы тут можем? Вот это вот взять запросто.
мощнее. Такс. Да вот хотя бы что-нибудь не приклеенное. Температуру подняли и топориком было бы, конечно, проще. Ну, в принципе, работает, паяет. На 350 площадку он сможет вообще почистить. С трудом, конечно. Хотя нет, вроде бы пошло дело. Да, нормально плавит. Так. Что тут еще? Конденсатор. Да, легко. Что-то посерьезнее взять. Да нет, самое то, чтобы где-то с собой его брать. Хорошую зарядку только нужно. От аккумулятора нужно еще будет попробовать, от прикуривателя. Да не, нормально он греет. В общем, как-то так.